Приветствую вас, родные сердца! Боже, какое счастье, какая честь, благодарность и волнительно для меня выступать перед вами. Меня зовут Светлана, второе мое имя Елизавета, фамилия Иову, город Якутск. Я предприниматель с педагогическим образованием. И вот я предпринимательством занимаюсь уже 30 лет, и растеряв разные были сферы тоже деятельности, да, и растеряв по дороге здоровье, энергию, уверенность в себя, финансовые деньги, ну, здоровье, да, самое ключевое, жизнь меня привела в сетевой бизнес. Сетевой бизнес я нашла продукт по здоровью, где я начала его применять и получила результаты. И потом мне тоже стало интересно, как люди развиваются в сетевом. И тут-то началось мое саморазвитие. И я даже не знала, что так глубоко я зарылась в своих вот этих вот рутинных делах, настолько установок море, да, и столько нужно было проработать, столько препятствий. И вот этот сетевой бизнес меня навел на мысль, что человек действительно должен не утопать в рутине, а должен заниматься саморазвитием, получать новые знания. Вы знаете, я не знаю, многие предприниматели, нет, я тоже ходила на разные тренинги, конечно, там, периодически, но это было как-то взлет-падение. И когда меня пригласили пройти методику Superjump у легендарной Ирины Рафиковой по наводке Марилены Стины Ивановой, да, Валентины Егоровны, благодарю величайшие. Так, когда я прошла эту методику, мои глаза и моя жизнь круто изменилась. Я научилась жить, друзья, в моменте, здесь и сейчас. Я научилась ценить каждый день. Я научилась утром просыпаться и быть счастливой уже с утра, потому что я знала, что я буду делать, как, куда я буду двигаться. И очень часто, когда люди занимаются самообразованием, первое, о чем говорят, это говорят об окружении. Согласны? Говорят, окружение, в книжках во всех пишут. Если у вас нет окружения, то повешайте себе портреты, ну, вот там, таких, этих лидеров, да, мощных. У меня Роберт Киосаки, у меня, кстати, здесь висят у меня портреты, я так окружение себе создавала. Вот, и попав вот в эту атмосферу, Superjump, вот эту ассоциацию, конечно, я обалдела. Я благодарю Вселенную, что мой путь, моя дорога привела меня сюда. Я благодарю Владимира Викторовича Довгань за то, что он, ну, так же, как и я, предприниматель, да, но он, помимо того, что он учился зарабатывать деньги, он еще и создал продукт, который нам помогает сейчас зарабатывать деньги. Он дал, да, я так говорю, у нас теперь есть удочка, которую мы закидываем и можем зарабатывать и людей делать счастливыми. Если мне Superjump помог, значит, и точно так же поможет многим еще людям. И Егор Белозеров величайший говорит, давай проводи Superjump. Я говорю, я не могу проводить Superjump, у меня, ну, стоит блок, я пригласила все свое личное окружение, они меня вообще не знают, как интеллект-тренера. Он, знаете, что говорит? Он мне говорит, работаешь не ты, работает методика. И я такая села и такая думаю, действительно, работаю не я, работает методика. И все, и я начала, стартанула, думаю, в конце концов, вспоминаю, что я преподаватель, что там 10 уроков не выучить, да? Села первый урок, Валентина Егоровна, был, конечно, такой у меня, да, я вот так задыхалась, но потом понеслась. Главное в любом деле начать, все, только начало трудно. Многие боятся отказов, дорогие мои друзья. Я тоже их боялась, но как сейчас я их уже не боюсь особо, да? И если вас где-то послали, знайте, вас очень-очень заждались. И я вот тот человек, которому позвонили и предложили эту методику, и зажгли во мне вот это сердце. И я хочу эту методику, я просто полюбила ее. Я полюбила эту методику. Соня, отойди. Это Соня моя? Вот, я полюбила эту методику, я стала светиться другим светом, понимаете, изучать другие вибрации. Я похудела на 6 килограмм, я помолодела, я стала уверенной в себе, я стала стройной, целеустремленной, решительной, смелой. Я в конце концов, завтра у меня стартует уже 8-й курс Superjump, это вам тоже, знаете, рост. И никогда, никогда не сравнивайте себя с другими людьми, сравнивайте, я так всегда говорю, себя с собой вчерашний, с собой позавчерашний. И вот так, оборачиваясь назад, я думаю, боже мой, я пришла
Я 3 года назад, да вы что, чтобы я вот так вот разговаривала? Нет. Чтобы у меня была, там, фотосессии у меня даже никогда не было. А сегодня я сижу, я свечусь этим светом. У меня улучшились мои отношения с мужем, с дочерью, да, с моим персоналом. Я умею включать паузу мастера. Я умею улыбаться, когда не улыбает. Смотрите, у меня Пола, и я гордо несу вот эту профессию, интеллект тренера. И сегодня... На 5-м ранге для меня действительно большая гордость выступать, и я знаю, что это путь, когда ты идешь, набиваешь там какие-то шишки, ну, вообще я их не считаю шишками, я считаю, что это просто опыт, вот, и поэтому благодарю всю свою педагогическую цепочку, как же без благодарности, да, обязательно благодарность, это моя Валентина Егоровна, величайший поклон вам, Марилена Степанова, у меня Ирина Никулушкина, Айгуль Файзулина, Минизар Рахматуллина, Егор Белозеров вообще красавчик, мой любимчик, я всегда встаю с его именем утром, ложусь с его именем, мой муж уже говорит, что там за Егор у вас такой, там мой Егор Белозеров, мой путеводитель, да, поэтому я Владимиру Викторовичу вообще сегодня мы попали на эту академию, да, величайших лидеров, как нужно, нужно поверить в себя, друзья. Поверить в себя всем сердцем. Мы не просто так пришли на этот свет. Мы, да и раньше я хотела. А как Александр Кулешов говорит, а сколько сегодня добрых дел вы сделали? Сколько бабушек через дорогу перевели? И я ложусь спать и думаю, так, кому я сегодня помогла? Где я бумажку подняла? Да вот так вот, да? И если нас таких будет много, а смотрите, мы растем. Мы уже в комнату Zoom не вмещаемся. 1000 человек, не вмещаемся же мы, и мы уже, и скоро нас будет все больше и больше, и лучше, и дальше, и дальше. Я благодарю всю свою команду, Рима Абдулловна, величайшая моя, Боже, Вселенная меня вас послала, вы услышали мое сердце, Настенька моя, младшая моя родная сестра, увидев ее рост, я поверила в методику суперджамп еще круче, понимаете, у меня сейчас такие лидеры крутые, как Анна Кычкина, да, выступала здесь, Эльвира Габышева у меня здесь, сейчас у меня Глафирушка вот еще, так, кого я еще забыла-то, боже мой, ну, команда растет, и это круто, понимаете, это здорово, и я стараюсь просто быть хорошим человеком, просто иметь в руках эту удочку, благодарю вас за то, что она у меня есть, я ее вот 8-й раз завтра буду закидывать, 8-й раз закидываю, да, и знаете, что я делаю еще? Я 8-й раз закидываю удочку, а сама думаю, а когда у меня 9-й уже стартанет? И мне моя команда в этом помогает, ну, там, учеников мне предлагают там, на курс. Ну, и моя сейчас цель, это, как говорит Брюс Ли, да, великие его слова, я не боюсь человека, который знает 10 тысяч приемов, я боюсь человека, который один прием делает 10 тысяч раз. И я хочу стать тем профи, вот как Егор Белозеров, вот так вот сидит, рассказывает, я же все у него слизываю там, ну, все подглядываю, как он ведет. Вот, и поэтому хочу стать профессионалом. Хочу стать профессионалом и через свой рост улучшать свою команду. И, кстати, забыла же сказать, что я же супер еще, я же супера взяла, потому что, опять же, про окружение, да, окружение, окружи себя, как говорит Егор Белозеров, 3 миллиардерами, и станешь 4-м, так же говорят, и я такая думаю, так, я окружу себя вот так вот всеми суперами, у меня в команде все будут суперы, я сама супер, летим, как ракета, в это, да, ну, как бы в космос улетаем, и делаем добрые дела, и вот эта система наполнения, она тоже уникальная. Короче, все наши упражнения, каждый из них, и если вы хотите добиться высот, просто делайте наши 8 жемчужин. Все. Делаем упражнения, слушаем аудиотренинг. Я, смотрите, на старте, потом научили прописывать аудиотренинг, я сразу взяла про, потом я сразу все записала, я супер. Пишите, что вы супер. Неважно, откуда это возьмется. Я тоже не знала, где брать эти деньги. Я просто сказала, я суперинтеллект-тренер. Да? Светочка, ой, это ой, не та дверь. Не там даем мы эту штуку. Спасибо большое. Огонь, родной. Спасибо большое. Поэтому, дорогие мои, ну сейчас закончу. Финал, под финал сейчас. Вот, поэтому благодарю еще раз вас, дорогие мои. Посмотрите, девчонки, сколько здесь красивых лиц. Какие тут мужчины. Боже мой.
Я не видела компании, где бы было столько красивых людей, лучезарных, смелых, которые, преодолевая свои страхи, преодолевая свои сомнения, идут в рост, растут и своим ростом показывают дорогу своим партнерам, своим знакомым, своим незнакомым. Кстати, так, что я еще не сказала, это, боже мой. Ну, хотелось бы, конечно, каждого отметить, да, ну, может быть, если кого-то упустила, простите меня, но всем желаю в первую очередь пройти эту методику. Я вообще не знаю, как я без нее жила. Поэтому желаю вам пройти эти 8 жемчужин и посвятите эти 10 дней, 10 часов себя себе любимому, а не говорите, что там у кого-то что-то, дети, внуки и так далее, работа. Вот, желаю вам все, мои друзья, роста колоссального и прекрасных людей вокруг себя, такие, как у нас, суперджамп, улыбающиеся, стремящиеся к высоте. Ну, все, передаю микрофон, Александр. Спасибо большое.